где? Укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. Недавно, значит, смотрел этот самый фильм. Мое ты никуда не делась. Мое. Да ну его мать, нехай! Не земли от прав и личная свобода человека и гражданина. Мое! Вот идеал счастливой, сытой жизни. Это оптимистическая трагедия, понимаешь, в чем дело. Это наше и мое. Товарищи, изобилие возможно только при социальном равенстве и общественной собственности от каждого по способностям, каждому по потребностям. Наше! Вот секрет счастливой жизни. Значит, переходить надо не в мое и наше, а в свое. Вы забыли, что кроме мое и наше еще есть свое. И это тоже известно, как делать. Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства. Через круговую поруку в артельном способе. Через круговую работу. Через круг. Через круговую поруку. Круговая порука. За вину одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое наше и уродливое мое, но гармоничное свое. А у нас что? Никакой круговой пороки. В результате или мое, мое, мое. Прямо мое. Там каждый сидит за личным забором и кричит, что свободнее всех. Или ничего. Ну вот, наше. И ничего, мы уже проходили при советской власти. Налево наше. Там все общее, но твоего нет ничего. А есть куда идти в свое. Это не коммерческая экономика, про которую много говорят, но ничего не делают. Хорошо сказал. Ты нам подходишь. Чего? Вот. Нахватался, да?